Таня, покажи его глазки. У мальчика удар сильный в голову был. Так, ощупали его. Вроде бы переломов нет, но это покажет рентген завтра. А пока все, что мы можем, это напоить его козьим молоком, чтобы хоть немножечко начал работать желудок. Сейчас мы потихонечку ему дадим молочка. Тихо, тихо, подальше дай немножко. Тихо, малышка, тише. Тихо, мой хороший. Тихо, мой маленький, тихо. Да, по капельке, по капельке. По капельке, детка. Удар был в голову, потому что глазки сильно косят. Просто сильно. Глазки вообще чудовищные. Ты мой маленький. Глазки у ребенка тяжелые. Все будет хорошо. Постараемся, чтобы все было хорошо. Завтра его осмотрит врач. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У него вообще координации нет. Сейчас мы ему еще более утоляющее сделаем, чтобы спазмы сняли. Вот, мой хороший. Вот, 10 кубиков он пьет почти минуту. Ты мой золотой. Ложись. Давай еще капельку, да? Еще капельку, капельку. Нет, у него очень судорогая лапа, непонятно, что с ним. Так я его ощупала, переломов не ощущается, опухолей нету. То есть непонятно ничего. Завтра снимки покажут, что с ним на самом деле. А пока надо немножечко убрать обезвоживание. Капать я его сейчас боюсь. Потому что если у него травма головы, его нельзя капать. Поэтому только отпаивать каждый час грамм по 20. Все, пока укол пусть держит. Все, мы делаем.